Смотри, Дим, когда мы поднимаем тему прошлого, когда Гозис поднимает тему прошлого, Оля тут рвет и мечет. Она затыкает рты всем, кто посмеет сказать про прошлое. Когда поднимаем, мы специально все объединились и стали называть Дима Рапунцель. А что делать? Нет, он у меня Димочка. А потом, а красиво звучит, Димка Рапунцель. Как классно. И сама она за твоей спиной ржет, потому ржет что ей пофиг. Да. Ей пофиг. Она, ей радостно, что тебя весь коллектив оскорбляет. И она так мимолетно стоит на его она сторону. Она выезжает за счет этого. А если бы действительно ее это злило, она бы сказала, так, заткнулись. Он у меня Дмитрий. А знаешь, она почему это делает? Она всему миру хочет показать. Я здесь для экранного только блаженства. Да. На самом деле мне этот кретин ублюдок не нужен. Понимаешь? Ты позволяешь ей мы с другой этой девке звонить твоей маме, что было сегодня с мамой. Она хотела ты бы заткнул ей рот и сказал, я тебе не позволю, падла, звонить моей матери. Заткни, падла, рот. Подожди, вот не мешай. Вот Дим, так, слушай, а то, позвони ее, мамочки, я хочу понравиться ей, Рапунцель. Да подожди, мама, дело не про это, Дим. Ты, а не Рапунцель. Подождите, дело не в... Ладно, с Олей так все понятно, Дим. Твоя мама, она плачет, она говорит тебе, взрослый человек говорит, я постарела, Дим. Какого черта ты позволяешь звонить ей каждый день и разговаривать по полтора часа? Потому что она просила, чтобы я ей звонил. Ты должен взять телефон и сказать. Краба на тебя повесила и сидит. Ты как сусунок там, противно смотреть. Не смотрите. Ну что, смотрите тебя. Дима глазала у мозоли. Ты не должен позволять делать эфиры за счет мамы. Ты ей по вечерам звонишь и говоришь, что у нас все хорошо. Вы ее звоните и возбуждаете каждый раз, подумай о маме, Дима. Мама хочет каждый день слышать своего ребенка. Она не хочет слышать тебя, Оля. Она не хочет слышать тебя. Я орала сегодня на нее. Я свою правду доказывала, что я люблю сына.